27-й Антон Шкарин. Сегодня состоялся уже один матч в нашей группе. Сборная команда Венгрии в дом. Ну что ж, должна быть. Это все про сборную России, это все за... Вступает в борьбу за утек. Первый раз перед началом матча МИД. Ну что ж, поехали в матч. И первый опаснейший момент, дамы и господа. Итак, друзья, Максим Чушков. Россия! Пока что буду помогать, друзья, это был Борис Никоноров. Ну а сейчас вы эту фамилию будете искать делать вместе. Ну что ж, давайте посмотрим повторно на больших экранах. Мы Борис Никоноров очень здорово играем. Одна минута 40 секунд до завершения первого периода. 2-0 сборная России, перейдет на поворот. Это гол Германия. Дамы и господа, автор забитого мяча с пенальти стал номер 20-й Борис! Теперь давайте поблагодарим его мы. И это гол Германия.
автор забитого мяча номер 11 Свен Корнер. Сейчас становится 6-2, но по-прежнему, друзья, преимущество российской сборной достаточно убедительное. И давайте еще раз зачеркнем вместе, друзья! Ура! 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 Ура